Что не так, Фелис? Ты не смогла вызволить Ильяса? Нет. Его отпустили. А он, как только вышел, сразу же побежал к Асие. Поблагодарил сухо. А потом уехал, даже не обернувшись. Даже отпраздновать со мной не пожелал. Я горжусь тобой, малышка. Другой бы адвокат в жизни бы не справился с Хелин. А ты молодец. Но можно было бы и похвалить меня. Я горой за него стояла. Несколько раз работы лишалась. Мало того, эта больная женщина теперь угрожает мне. Но господину и дела нет. Все мысли только об Асие. Я разберусь с этой женщиной. Не беспокойся. Это Хелин. И пальцем тебя не тронет. Что мне делать? Видишь? Спасибо. Приятного аппетита. Если ты так расстраиваешься, оставила бы Ильяса в тюрьме. Не переживай. Он все равно опять впутается в неприятности, и на этот раз ты на него наплюешь. Фелис, возьми себя в руки. То ли еще будет. Подготовь себя к этому. Что будет? О чем ты говоришь? Ты молоденькая, полная сил девушка. Я не хочу, чтобы ты растрачивала свою молодость на несбыточные надежды. Закрыто? Да, сегодня мы закрыты. Шеф, включи хорошую музыку. Сделай доброе дело. Покажи, как надо. Так и быть, смотри. Красавчик. Улыбнись немного. Ты правильно подметила. Зафер, хватит. Нам это неприятно. Да. Асия, ты уверена, что Ильясу можно довериться еще раз? А? Зафер. А что не так, любимая? Это чистая правда. Твой брат безответственный. Асия мало страдала из-за него. Ильяс очень изменился. К тому же, мое сердце больше не выдерживает без него. Ясно. Ладно. Вы сказали родителям. Нужно поехать рассказать им. Нет, пока нет. Ильяс не хочет заговаривать с ними об этом, пока все не будет окончательно готово. Сначала мы найдем дом, а потом поедем и сообщим. Думаю, что так правильнее всего. Да-да. Это очень разумно. Джим, куда подевалась Фелис? Вы не пригласили ее? Нет, братишка, мы не звонили. Ну ты даешь. Как вы ее не позвали? Я благодаря ей вышел из тюрьмы. Я не знаю, я думал, что мы отпразднуем в кругу наших. Вот и не позвонили. Но если ты настаиваешь, то позвоним. Ладно, я сам позвоню, не нужно.
Что случилось? Ничего. Алло, Алло, Фелис. Живо приезжай в мотокафе. Мы тут празднуем. Нет, я не приеду, Ильяс. Я очень устала. Ложусь спать. Даже не думай об этом. Подожди, я сейчас за тобой заеду. Слышишь? Без вас праздник невозможен, госпожа адвокат. Ни в коем случае. Жди меня. Ну надо же. За мной Илья заедет. У них вечеринка. Сказал, без тебя никак. Уже очень поздно, и я невероятно устала. Хорошо тебе повеселиться. Спасибо.